Всем доброе утро. Сегодня 27 декабря 2021 года. И наша Сабина, ну, очень хочет познакомиться поближе с нашими малышами Чихуахуа. И это обязательно должно произойти, пока мамочки гуляют и все остальные. Сабина пришла всех обнюхать. Это абсолютно нормально. Но она их, конечно, нюхала. Ну, не так близко. Поэтому я это делаю обязательно. Туалька у нас уже давно знакома с нашими малышами. Ну, а наша Сабина обязательно должна быть знакома. Поэтому детки социализируются. Чтобы вот таких больших овчарок они никогда не боялись. Никогда на них не гавкали. Вот так. Вот такая. Вот, пожалуйста. Ярик уже хочет поиграть. Кариночку облизывает Сабина. Вот так. Никто не трусится, не боится. Вот Ярик уже хочет ее вот так, вот так. Скажет, это кто такая за большая мама пришла к нам? О, Алишера надо понюхать, да? Ну-ка, нет. Вот Ярик, Алишер. И эта картинка вот такая. Маленький ягуарчик. А ты что, убежала, что ли? Акса, все, всех понюхала. Акса, да, да. О, я с Хакан. Ой, ребята, ты что скрутился? Что, чуть-чуть испугался? Ну, конечно. Ой, боже мой. А кто такой тут? Кто тут? Кто тут? Кто тут? Маленькие мои. Ну, Ярик влюбился. Карина лежит, как обычно, вся такая... Сама себе, да. Все такое, котята мои. Тебе зимой, ты такой сладкий. Детки, детки, детки. Сейчас к вам придет знакомиться наша Жанночка. И вам будет тут еще веселее, Жанночка. Жанночка вчера после прививочки, карантинчика. Да. А сегодня придет к вам, мои сладкие. Вот так-то. Все, надо заводить наших гулялок, там вон они стоят, мамы. Все, Сабинушка, все понюхала, умница моя. Ой-ой-ой, детвора. Ну, теперь будем это делать почаще. Ну, делаю это пока отдельно от взрослых, а потом уже будем со взрослыми. Все, всем пока, до новых видео, до новых встреч.